дед. Но ты-то как никто здесь понимаешь, что это приказ хозяина. Я же сказал, в карцер я не пойду. Не, ну что не пойду? Пойдешь, конечно. Ну ты меня заставь. Спокойно, медведь. Как скажешь, дед. Мое слово крепкое. Своими ногами я в карцер не пойду. И где же выход? Ну что ты, нести в себя прикажешь? Я не могу тебе приказывать. Я просто ищу выход. Черт, иди сюда. Садись. Садись. Это что еще за цирк на конной тяге? Так он ходить не может, вот мы его и носим. Еще поцелуйте его. Свободны. Есть. Ну что? Что? Доволен? Я, гражданин следователь, всегда и всем доволен. Претензий и жалоб не имею. А я вот умею. Догадываешься, какие? Ну, откуда ж мне знать? Чужая душа потемки. Ты прибаутки свои для шпаны оставь. Я хочу знать, кто устроил бучу. Смешно тебе. Ты у меня со своей бандой уже в печенках сидишь. Так что говори, кто дал отмашку? Ну, откуда ж я знаю? Я в карцере сидел, ничего не видел. Я тебе могу сюрприз устроить еще и почище карцера. Хочешь? Да. Угу. А мне плевать. На себя плевать? Нет. На тебя. То есть как? А вот так? Попробуй. Конвой! Убрать его! Хорошо ты устроился, доставка с комфортом. Как прошла ночь, не замерз? Холодно нынче, в карцере не топят. Вид у тебя, дед, непрезентабельный. Я на тебе жениться не собираюсь. Зачем позвал? У меня для тебя есть две новости. Одна хорошая, другая плохая. С которой начинать? Любой. Начну с хорошей. Дело твое пересмотрено, обвинения с тебя, скорее всего, снимут. Я рад, что правосудие начинает проявлять здравый смысл. Плохая? Вместо одной статьи тебе светит другая. Организация беспорядков, повлекших гибель офицера, сотрудника администрации. А кто это доказал? Докажем, докажем. Если ты не будешь с нами сотрудничать, ты сдохнешь в этой тюрьме. Я тебе это торжественно обещаю.
Ты не на пионерской линейке, начальник. Обещать ты мне можешь все, что угодно. Только слово твое ничего не стоит. Значит, хочешь войны, да? С тобой воевать душой отдыхать. Дурак ты, хоть и дед. Ты даже не представляешь, что с тобой будет. Если понадобится, я и смотрящего сменю в этой тюрьме. Да у тебя мания величия, начальник. Посмотришь. Святое место пусто не бывает. Агафьев! Увести. Ты как первый паровоз, начальник. Задавить можешь. А все равно смешной. Увести! Все, достал. Будем менять смотрящего. Ты что, Ром, как мы это можем сделать? Его вали с нами. Снимите с него наручники. Он опасен. Снимите. А теперь освободить помещение. Этого мы не можем сделать. У нас приказ начальства. Ничего. Не оставлять его ни на минуту. Побудет пока со мной. Но... Выполняйте, прапорщик. Хорошо. Пошли. У меня, к сожалению, нет с собой твоего досье. Ну, это не страшно. Не с бумажками надо разговаривать, начальник, с людьми. Предупреждаю сразу. Не люблю, когда в меня плюют, поэтому в морду дам без предупреждения. Для этого звал. Ты, сынок, спроси, чего хотел. Пока не плюнул я, то потом разговора не получится. Я тебе не сынок, а гражданин, начальник. Желательно обращаться ко мне на вы. Вот оно как. Ты мне, значит, будешь говорить ты, а я тебе вы. Интересно. А ведь я постарше буду и намного. Ну, хорошо, согласен. Давайте на вы. Скажите, Земелин, у вас есть жалобы? Нет. Ну, может, какие-нибудь просьбы, пожелания? Чего вы вообще хотите, Земелин? А вы? Вы чего от меня хотите, гражданин начальник? Правда? Слышал я это, уже слышал. Ну, кто же ее не хочет? Отлично. Итак, мы с вами оба хотим знать правду. В таком случае вы должны нам помочь. Я? Вам? Заключенные не хотят давать показания о бунте. Мы считаем, что это вы приказали им молчать. Они свободные люди, хоть и сидят. Я не могу им ничего приказывать. Так, разве что посоветовать. Вот и посоветуйте им заговорить. Пусть расскажут всю правду, все как было. Как бы все так просто. Не каждому можно сказать правду. Подлец все перепутает, дурак переврет, и где она правда? Ну, а я по-вашему кто? Подлец или дурак? Да на подлеца вроде не похож. Хоть он тебя дураком называет. Вот так, да? Так ведь сами только два варианта дали, гражданин начальник. Ну, хорошо. Давай.
давайте все-таки серьезно. Вы не доверяете мне? Да как сказать? Ну, дитя к огню не допускаешь. Верните меня на хату, гражданин начальник. Что я могу в карцере? От всех закрытый. Вот так сразу я не могу отменить приказ прежнего начальства, пока не разберусь в его справедливости. Могу только обещать, что все будет строго по закону. Ну, как скажете. Я подожду. Позови там. И еще. Заключенные не будут диктовать нам условия. Ну, это понятно. По закону, говоришь? Ну-ну. Уводите. В карцер его. Пока в карцер. Я разберусь. Между нами нет.